Нуждается ли команда в усилении еще? Можно ли ждать трансфера? Ну, на данный момент нет. Я уже сказал, что если мы, скажем так, к концу закрытия трансферного окна увидим какие-то, возникнут какие-то вопросы, тогда будем думать. На данный момент нет. Сергей Андреевич, проясните еще ситуацию по Фреду. Когда точно он будет дисквалификация? То есть, когда мы его увидим? Он будет играть уже с начала августа.